Больше спорта в промышленный район. Спортивный комплекс 50-х годов постройки «Орбита» вдохнут новую жизнь. Приходящее в упадок здание городские власти планируют восстановить. Пользовался он популярностью. Я еще работал начальником цеха на заводе «Фрунзе». Мы здесь занимались спортом. Значит, среда, пятница и понедельник. В здании раньше базировалась детско-юношеская спортивная школа ЦСКА ВВС. В 90-х годах здание передали на баланс муниципалитета. Но из внимания властей «Орбита» выпала. Маломальски здесь порядок поддерживают, но заниматься детям в этих помещениях нельзя. Залы не выдерживают никаких санитарных норм. В близлежащих домах проживает более 9 тысяч подростков, и спортивный клуб им будет очень кстати. В прошлом году у нас наметился рост преступности среди несовершеннолетних, и открытие вот таких сооружений спортивных, их воссоздание, их реконструкция должны повлиять на то, чтобы стабилизировать рост правонарушений среди этой категории населения. Для нас, конечно, это крайне важно. Ну и сам спорт – это здоровая альтернатива всем антисоциальным проявлениям, которые есть в обществе. Предварительный осмотр помещений показывает необходимую экспертизу несущих конструкций и ремонт. Потенциал будущего комплекса весьма широк. При восстановлении данного комплекса для наших детско-спортивных школ появится новая возможность, где можно повышать свое мастерство, повышать свои результаты. И поэтому для тех детей, которые занимаются у нас в наших профильных школах, это и баскетбол, и волейбол, и футбол, естественно, для них это будет большой праздник и большой виток нового развития. Судьба «Орбита» решится в ближайшие дни. Этот вопрос городские власти обсудят вместе с депутатами райсовета и Общественного совета промышленного района. Валерия Макарова, Марина Матвейшина, Артем Сулайманов. События.